Подскажите, пожалуйста, какой крем от морщин Мизония вы пользуетесь? Так замечательно свежо выглядите, если это не секрет. Я не пользуюсь кремом Мизония для лица, никаким. У меня есть одно средство, которое я обожаю. Это называется гель для волос с гиалуроновой кислотой. Я, когда купаюсь, мою шампунью компании «Тибетская формула» голову, после чего беру на влажные волосы маленькое количество этого геля, который называется гель Мизония с гиалуроновой кислотой для волос, и вмазываю себе в волосы, в мокрые. И остается чуть-чуть. И когда остается, я себе смазываю лицо. Делаю я это ежедневно, но не мою ежедневно голову. Голову я не мою ежедневно, а делаю так. Утром, для того, чтобы расчесаться, я смачиваю волосы, как все мужчины вы, наверное, видели, и смазываю этим гелем. И чуть-чуть. И на руках чуть-чуть остается, я еще и провожу так два раза по лицу. И делаю это ежедневно, но сейчас, вот последнее время, уже и не смачиваю, потому что волосы настолько воспитываются этой гиалуроновой кислотой, что она настолько воздействует на волосы, что раньше я вставал утром, мне для того, чтобы расчесаться, необходимо было волосы смочить. Сейчас нет. Я встаю, волосы послушные, их воспитала гиалуроновая кислота. Я могу сказать Мизонии и своей гениальной, удивительно красивой жене, что она изобрела вместе, это все исключительно через ее знания, что она изобрела невероятное, потрясающее вещество. Еще хроническая иногда появляющаяся перхоть, нет ее. Дальше затылок, который вечно у меня выпадают волосы, и там вечно дырка на голове, как у всех мужчин, видите, сейчас нету. Почему? За 3,5, где-то 4 недели использования все плеши поисчезали, повырастали волосы. И я могу сказать, что это офигенно. А еще смазывая лицо, помогает избавиться от морщин. Поэтому, если хотите знать, что же так повлияло, вот два в одном. Во-первых, большой объем. Во-вторых, потрясающее средство. Очень прямо рекомендую. Прям очень-очень.